Забывчивость, рассеянное внимание, проблемы с усвоением новой информации, а также с абстрактным и логическим мышлением – все это первые симптомы коварного заболевания Альцгеймер. Обычно его диагностируют у людей старше 65 лет, но проявиться оно может и в более раннем возрасте. Определить Альцгеймер на первых стадиях непросто, так как чаще всего симптоматику списывают на возрастные изменения. Они могут забывать ключи, например, дома, да, оставлять открытыми дверь, включенными электроприборы, забывают, что хотят сказать. И вот эти как раз первые симптомы, которые должны насторожить самого пациента и родственника пациента. Очень часто сами больные не говорят об этих проблемах. Без должного лечения болезнь прогрессирует. Во время второй стадии могут появиться галлюцинации, глубокие депрессии, суицидальные мысли. На третьей стадии больной Альцгеймером, как правило, обездвижен, так как головной мозг постепенно атрофируется. Современная медицина излечить деменцию полностью пока не может. Но существует ряд способов облегчить ее течение. Мы проводим медикаментозное лечение, также лечим сопутствующую патологию, если она связана, например, там, с гипертонией, да, с атеросклерозом сосудов. То есть мы поддерживаем пациентов, они получают ноотропы, сосудистые препараты. Мы проводим анализы, обследуем их, то есть, соответственно, лечим эту болезнь посимптомно. Помимо медикаментозного лечения, больные остро нуждаются в особом уходе. Основам такой помощи персонал отделения паллиативной помощи также учит родственников пациентов. Альцгеймер можно предотвратить. Для этого нужно соблюдать несколько несложных правил. Совет – вести активный образ жизни, общаться с родственниками, с соседями, посещать кружки, какой-то там кружки хор, вести максимально активный образ жизни, максимально долго сохранить, например, профессию, да, заниматься умственным трудом. Также к методам профилактики относят правильное питание. Рацион пожилых людей обязательно должен включать витамины В9, В12, Д. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.